Отчеты госавтоинспекции Артемовского свидетельствуют о том, как усиленно сотрудники ОГИБДД проводят профилактическую работу с целью снижения дорожно-транспортных происшествий. К примеру, госавтоинспекция уделяет особое внимание пешеходам. Так, только в ноябре 2019 года на территории района было проведено 4 рейдовых мероприятия по отработке пешеходных переходов. Вот только столкнувшись с одним из случаев, возникло впечатление, что старания сотрудников ГИБДД направлены всего лишь на формальную отчетность, так сказать, галочки. На перекрестке улиц Чернышова и Западная можно было наблюдать, как ранним утром сотрудники правопорядка вершили профилактику над двумя женщинами, которые перешли пешеходный переход по Чернышова не так, как предусмотрено, в глубокую канаву, а чуть срезав на мостик, что, конечно же, не осталось без внимания проезжавших следом сотрудников ДПС. Завернув с Чернышова на Западную, стражи правопорядка выловили злостных нарушительниц и усердно принялись выписывать им штрафы, не реагируя ни на что. Из госавтоинспекторов по просьбе главного редактора телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» Андрея Горбунова, остановившегося с целью узнать, что же все-таки произошло, представился лишь стажер. Тот, кто оказался старшим, не то что представиться не пожелал, а даже говорить. Вы почему не реагируете, я вас спрашиваю? Ну кто, что вам писать? Я телерадиокомпания «Альтекс.Медиа», Горбунов Андрей Александрович. Вопросы есть еще ко мне? Что? У меня к вам вопросы есть. На каком основании остановили женщин? И в чем причина? Вы с какой целью интересуетесь? Я еще раз объясняю. Телерадиокомпания «Альтекс.Медиа». Вам еще вопросы нужно ответить, Кир? Я у вас спросил. Представьтесь, пожалуйста. Вы на службе. И скажите цель остановки женщин. И сколько вы еще держать их будете? На морозе. На свои, казалось бы, элементарные вопросы главный редактор ни одного ответа так и не получил. Кстати, остановив пешеходов, ни один из сотрудников им не представился и не озвучил их права. Ничего не объясняя, женщин продержали около 30 минут на морозе, составляя административные протокола. Вы же замерзли, господин начальник. Проживаете по этому градусу? Проживаю, да. Я считаю, неправомерные действия нашей серьезные нарушители, можете... они задерживают женщин, еще держат нас 20 минут на морозе. Скажите, пожалуйста, они вам представились, когда остановились? Нет, они подошли и вот выскочили с машины, кричат: ой, постойте, пожалуйста, вы знаете, что там переход? Мы знаем, что переход. Потому что в отношении вас стало административное постановление за нарушение права дорожного движения, то есть город Хронск, Чернышова, 24, переходили проезжую часть дороги, не пешеходного перехода. За метр пешеходного перехода. В зоне его видимости. Я бы вышла бы просто в канаву, если бы не был бы переход. Просто вот вышла бы и стала бы в канаву. Я вышла на мостик. Там нету канавы. Где там везде переход? Канава, а пешеходный переход – мостик. Правильно я вам говорю? Вы что, вам некого задерживать? Мы стоим. Статья 12.29, час 1. Нам понижнее будете оплачивать. Кодекс административных правонарушений по праву 4.3. Нарушителями правил дорожного движения оказались врачи детской поликлиники, спешившие на работу, где их ждали маленькие пациенты. Оспаривать свою правоту женщины не стали. Дороже для психики выйдет. И вы согласны со всем? Либо оспариваю. Вы подписываете, согласны? Я оспариваю с тем повышением. Штраф там 500 рублей. Почему? 20 в смену сколько стоит на работе? Телекомпания, конечно же, не призывает нарушать правил дорожного движения, ведь меры безопасности на дороге необходимо соблюдать в целях сохранения собственной жизни и здоровья. Вопрос в другом. Почему сотрудники госавтоинспекции так непрофессионально ведут себя с людьми, нарушая законы? И вместо того, чтобы держать женщин на холоде столько времени, инспекторы ГИБДД, наверное, могли бы обойтись предупреждением. Ведь не подростков задержали. Кроме того, почему у стражей правопорядка возникли претензии к данным?
данным участницам дорожного движения, а не к администрации Артемовского городского округа в лице Жилкомстроя, кто, по сути, является заказчиком обустройства вот таких горе-пешеходных переходов, ведущих в канавы и предназначенных, увы, не для людей. Спасибо вашему ГАИ, честно. Отвратительная работа нашего ГАИ. Отвратительная. В том, что нормальные нарушители вы не задерживаете, там никто их не надо. Видит. Получается, вы по ходу ловите людей. А мы тут две тетеньки. Это неправомерно. Это вообще... потому что вы ехали или за нами, или перед нами. Где же на самом деле сотрудники госавтоинспекции, когда их присутствие так необходимо? На что конкретно направлено их внимание, когда люди вынуждены идти по проезжей части из-за отсутствия тротуаров или их отвратительного запущенного состояния? Почему пешеходные переходы, причем по центральным улицам города, не говоря о второстепенных дорогах, находятся в темное время суток в кромешной темноте? И решение этих вопросов должно быть у госавтоинспекции в первоочередных задачах, а не в повышении показателей. С помощью неосведомленных в правах и обязанностях простых граждан, вынужденных не по своей воле иной раз нарушать правила дорожного движения. По данному случаю начальнику МВД России по Артемовскому району Николай Олейников пообещал разобраться и принять меры. А мы со своей стороны будем надеяться, что руководство полиции не только проведет профилактическую работу со своими подчиненными по знанию законов, но и предпримет меры к администрации Артемовского городского округа в части содержания уличной дорожной сети.